Все девочки мечтают выйти замуж за тяжелоатлета. Ведь они думают, что он реально всю жизнь будет носить на руках. Катя, Дмитрий Клоков поднимает. Дмитрий Вячеславович Клоков. 232. Сумасшедший вес. Держать, Дима! Поэтому он может сразу носить и жену, и тещу, и даже Михаила Майорова, с которым и прыгает. Встречайте, Дмитрий Клоков и Михаил Майоров. Сейчас начался такой период, когда именно все стало болеть. Вот если эмоционально еще, в принципе, заряд хороший, то физически уже мышцы устали. Чтобы расслабиться, дышим ровно, слушаем свое дыхание. Главное не поломаться, вот о входе в воду. Давай! Хоп! Будучи действующим спортсменом, ты можешь, боишься сам себе повредить. То есть знаешь, что у тебя завтра тренировка твоя как профессиональная, а ты сегодня там заканчиваешь в 11 вечера с высоты 10 метров, а в 11 утра тебе уже на тренировку. Страшно вот именно травмироваться и пропустить завтрашнюю там тренировку. Что-то там не получается у него, но видно, что он хочет, он пытается. Молодец, у него характер спортивный, и именно то, что воспитало его тяжелой атлетикой. Здесь пожестче тренируют, чем там. Но, с другой стороны, для дела это хорошо. Нам акулам помнить, Дима, победить необходимо! Это акулы заряжают Дмитрия Клокова. Спокойно, не свирепствуй, Дима, не свирепствуй. А ты подтрусься под него, Миша, повнимательней. Не свирепство – это значит, держи в узде свои эмоции, говорит Раиса Гальперина. Дмитрий Клоков в один из прошлых дней нашего шоу пошел прыгнуть с 10 метров. Ничего не получилось, не совладал с собой. Попросился, дайте прыгнуть еще раз. Второй раз прыгну лучше. Кого ты хочешь выгнать сегодня из команды «Дельфины»? Ну, знаете, я бы, наверное, выгнал Викторию Боню, потому что мужчинам всегда придают силы и уверенность красивые женщины, и все свои подвиги они совершают ради женщин. А так как Виктория Боня самая красивая, как минимум, в этой команде, поэтому я бы выгнал ее. Итак, Дмитрий Клоков и Михаил Майоров. Встречайте. Железная логика у Клокова. Самая красивая девушка, поэтому я ее выгоню. Очень хочется свежей жареной дельфинятины! Ох, Морозов, полтора оборота вперед, с вышки 10 метров, коэффициент сложности 3,9. Клоков, наверное, в два раза тяжелее своего партнера, минус 2 незаметно. Не помешает ли им это? Тихо, все тихо, 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 Дима, спокойно. Только наверх, только наверх. По закону физики-то тяжелый Дима Клоков быстрее летит вниз. Так и есть! Какой асинхрон! Руки вниз, я сказал же ему, вперед руки! Синхронно сделали. А что он на горбе? Да, я сказал, руки вперед на вход! Концовку испортил чуть-чуть. Ну, вы лучше намного сделали. Не-не, наши лучше. Вы чувствуете, какая борьба между мамой Гальпериной и сыном Гальпериным? Вот командная борьба. Я соглашусь с Глебом Гальпериным. Прыжок намного слабее предыдущего технически. Но что скажут судьи? Михаил Майоров и Дмитрий Клоков.